Всем привет-привет! Меня зовут Кира, и я начинаю вести свой новый блог. И сегодня мы будем делать блог про пиццу. Сегодня у нас тема пицца. И сейчас мы будем смешивать, конечно же, соус для пиццы. Да. Мама, давайте. Ассистент, давайте ложечку. Спасибо. И о чем моей? Из чего у нас соус состоит? У нас состоит соус из кетчупа и майонеза. Мешаем все. Хорошенько перемешивайте, да? Да. И главное, старайтесь так, чтобы вас не испачкалось. Да. Можно мне когда пока что отодвину вот этот? Надевайте что? Фартушек? Фартушек, чтобы не смазаться. Все хорошенько перемешиваем, и чтобы все осталось. Ты у нас теперь готовить будешь, да? Да. Молодец. Мы сегодня вечером уже готовим, потому что у нас здесь плавание, еще кое-что. Короче, всякие там... Кружки. Кружки. Только два пока что. Так, ну достаточно перемешали. Не, недостаточно. Вот, видишь, еще чуть-чуть. А можно попробуем? Настоящие же повара всегда пробуют. Вкусно. Магия монтажа. Колбаска. Переверни колбаску и покажи нам, как ты будешь резать ее. Аккуратненько, пальчики. Отсюда начинай? Начинай. Тоненько, да? Да. Я стараюсь тоненько резать. Толстовато чуть-чуть. Колбаску убирайся отсюда. Режем аккуратненько. Чтобы пальчики не обрезать. Не порезать, да? Да. Не Может обрезать. Тебе помочь? Да. Нет. Нет, ты сама все? Ой. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Мы ее все равно первый раз делаем. Да? Да. Ты ее первый раз делаешь. Нет. Мы сегодня все... Помочь тебе? Да. Ну да. Ну, все хорошо получается. Все, дальше магия монтажа, да? Да. Магия монтажа. Этой колбаски хватит. Магия монтажа. Идем. Колбаску. Вот так. И, вот так вот, и полосочками, да? Я вообще хотела кубиками. Ну потом из них можно сделать кубики очень просто. Сразу резать? Да, режь сразу. Вот по верхней доску тебе удобнее будет. Такими маленькими кубиками, да? Да. Духовку мы уже поставили. На сколько градусов, помнишь? Нет, не помню. 180? 180 градусов. Дальше режем. Старайся аккуратненько. Я стараюсь. И пальчики аккуратненько. Угу. Поворачиваем доску. Подожди. Ну хорошо. Бедненькая я. Бедненькая ты? Да. Почему? Бедненькая я. Бедненький ножичек. Теперь повернула. И режем. Лучше всего просто повернуть, потому что это легче делать. Просто колбаску повернуть, это будет легче. Здесь надо пополам разрезать. Молодец, умничка. Магия монтажа. Теперь мы что делаем? Отрезаем кусок сыра. И что ты с ним будешь делать? Вот это делать буду. Тереть? Мама, в тарелку тереть? Нет, на досточку тереть. Вот так тереть? Ой, как вы замечательно трете. Тебе хоть нравится? Да. А как вам? Вот так. А, значит, надо было просто носик подпилить и все. Чтобы легче было? Да. Ты прям, мыши любят сыр, да? Да. Мыши любят сыр, от чего же кто поймет? От чего же кто поймет, никто уже не поймет. Да. Да. Я люблю только сыр, который на вкус как жвачка. Ладно, трите свой сыр. Такого не бывает. Магия монтажа. Огуречек в студию.
Следующий у нас огуречек на очереди, да? В мусор. В мусор. Толстые не режь. Тоненькие. Я пытаюсь. Тоненькие, тоненькие. С особой жестокостью ты как-то режешь. Подожди, подожди. Я пытаюсь. Смотри, поставили нож чуть-чуть вперед, а потом назад. Угу. Класс. Да, чуть огурчик не разрезал. Получается у вас замечательно. Спорим, спорим, если тебе самый коротенький выглядит. Ну давай. Самый тоненький. Ну ешь уже, любительница огурчиков. Эй, съесть? Конечно, пока мама не увидела. Есть. Все. Перевернем или нет? Не надо. Так дорезаем его до конца, да? Не вышел. Я не понимаю, пиццу готовишь или огурцами решила наесться? Не выходит у меня здесь огурчики. Магия монтажа! Теперь мы берем корж. На специальной бумажечке, да? Да. Берем на мазюку, которая у нас получилась. Ой, кетчунезик твой, да? Угу. Любимый. Теперь мне понравился. И все намазываем. Равномерно тонким слоем, да? Равномерно все намазать. Не главное, как намазать, а главное, чтобы намазать. Мама тебе поможет чуть-чуть, да? Я сама. А ты будешь размазывать. Я сама. Намазывать. Все мазим. Ты сама, конечно, ты же сама готовишься, да? Да. Это моя пицца. Чтобы он пропитался, да? А сколько он пропитываться будет? Он, пока ты намажешь, он уже и пропитается. А здесь почему так мало? Я нигде нормально. Не могу нормально распределять. Может, я помочь? Нет, я сейчас, я сейчас. Потом можно? Давай. Можно потом я облежу ложечку? Угу. Здесь помазан. Тут помажьте. Здесь вот все лишненькое. Нет, здесь надо помазать. Эй. Еще чуть-чуть тебе. Еще чуть-чуть. Вот. Размазывайте, пожалуйста. Давай я тебе покажу, как надо. Подожди, снимать. Я сама. Я тебе покажу, как нет, нужно. Нет, у тебя сейчас капать тут начнет уже. Вот, вот так вот, да. Видишь, вообще-то я сам, это моя пицца. Да твоя, твоя. Ты моя. Я же сам ее готовил. Повар у нас. Мама, я ее сам намажу. Вот так вот. Последний штрих делает Кира. Давай. Давай. Магия монтажа. Следующий штрих — колбаска. Колбаска должна быть разная. Да. И не кусочками. Кусочками. Да, но не такими, как ты, по два, по три кусочка. Разлепливать надо кусочки. Ложи тарелку. Постой, раскладывать. Тарелку. Тебе захотелось кубиками, да? Да. Почему? Что-то это прикольно. Кубиками? Да. Ну давай. Мама, я сам. Да, распределяй. Равномерненько. Равномерненько. Своим хорошим поварским взглядом, да? Да. Мы не видели, как ты съела кусочек. Огурчики раскладывайте. Огурчики. Подожди, я не все расскажу. Вот сюда, самое видное место. И огурчики, значит, да? Да. Но огурцов не должно быть много, да? Главное — огурцы. А сыр? А сыр? Как же сыр? А как же сыр? Теперь надо распределить сыр. Теперь надо... Подожди, еще чуть-чуть колбаски сейчас подсыпем. Самое нежное. Птиц. Ну давай ей уже сыр. Это я умею. По чуть-чуть. Как рыбы кормишь, да? Надо побольше, повкуснее. Просто все засыпаем сыром. Ты вот, по-моему, мимо уже пиццы сыпишь сыр. Ничего.
Ничего. Он отсюда будет стекать на край, когда расплавится. Поэтому с краю можно чуть поменьше, да? Я сама. А перчить ты будешь? Ты же любишь перец. Я люблю. Все, достаточно. Нам бы перца теперь. Подадите? Подадите. Не надо перца. Офицер. Ассистент. Ассистент, принесите чуть-чуть перца. Не надо перца. Чуть-чуть. Не надо перца. Мама, я сам знаю, как пиццу свою готовить. Принесите чуть-чуть. Что, шеф-повар, дай ей перца. Пожалуйста, относите этот самый пиццу. Чуть-чуть. Пиццу в духовку. Ручки. Запомнили, как она выглядела? Да. А, может быть, ты сама поставишь? Да. Вверх ногами. А. Ну, давай свой перец уже. Крути, крути, все нормально, она да, сыпется. Она не крутится. Он в черненькие точечки. Ну, все, уже просыпался, хватит. Да. Бери теперь из духовочки. И в духовку. Горячо, аккуратно. Мама, сама. На сколько минут ставим? На 80 минут. 80 минут. Да? Магия монтажа. И... Теперь мы достаем нашу готовую пиццу. Нашу готовую пиццу. Мы будем делать еще вторую. Но это вам уже не покажем. Но это мы уже не покажем, потому что мы делать будем ее точно так же, да? Да. Красиво. Лопата. Какая она красивая. Магия монтажа, да? Угу. Красота? Да. Хотите попробовать кусочек? Да, но сначала должна стыть горячее. Но ее-то разрезать надо сейчас. Сейчас, да. Кто будет резать, мама? Папа. Мама. Мама. На, папа. Нет, мама пускай Скажи, режет. Смотрите, какая она красивая. Папа. Магия монтажа. А что это? Так. Чик-чик-чик. Мы режем, 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 не трогаем ничего, просто режем. Поверни. Все повернуто. Совсем. Не пойму. Режем нашу пиццу. Режем пиццу, которая у нас получилась. Да. У нас сейчас 4, поэтому каждому по такому кусочку. Двойному. Двойному. Хорошо, договорились. Тарелочку. Тебе для пробы? Да. Тебе один кусочек или сразу два? Мне сразу два. Сразу два? Потому что каждый раз съем два. Ты у нас любительница пиццы, да? Да. Но это первая пицца, которую приготовила ты сама, да? Да. Чтобы все знали. Ага. Так, подожди, сейчас я тебе положу твой кусочек на тарелочку. Аккуратненько, главному дегустатору. Вот, угощайтесь. Красивая получилась. Да. Вот какая Ничего красота. Себе. А ну пробуйте. Превосходно. Белиссимо. Ага. Ну говори всем пока тогда. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Thank you.